Коллеги, добрый вечер. Если вам дети либо родители жалуются, что они не могут войти в электронный дневник, то это в подавляющем большинстве случаев, скорее всего, они неправильно вводят либо логин, либо пароль. Чтобы вам посмотреть самим логин и пароль, вы входите в вкладку «Управление», далее «Ученики». Здесь выбираете свой класс, либо можете пофамильно найти. Ну, давайте попробуем. Находим ребенка. Вот здесь у нас логин. Логин важно, что учитывается заглавные буквы и нету пробелов. Это важно. Пароль посмотреть вы не можете, вы можете пароль сменить. Нажали «Сменить пароль» и написали новый пароль. И уже новый пароль можете передать ребенку. Но, еще раз говорю, скорее всего, что-то неправильно вводится.